тебе не буду. Це не всі фотографії. Де ще є? Ну дивись, поки ці. Щас, де ти їсть. Так, дивись. О, так, який саме. Смотри. Дитак. Вот он. Не похож на тебя. Ой, вот это свайская, да. Наверное, свайская девица. Сейчас еще найду девчата. Может, в другую сумочку просто попала, потому что я... Сейчас будет песня про Николая. Есть песня такая, я могу спеть про Николая песню. Да, он вообще не похож на себя. А, ты мне знаете, кто это Соня? Соня была на седьмой работе даже в театре в литературной части. Зрительница была на мне. Вот это подделала фотографии, каждый спектакль, который у меня участвовал. Вот смотри. Да вон там шлемы, по-моему, меняют. Вот это, может, ты бачила, чи не? Всех это тут около красавиц. Можно 100 раз уже выбрать себе. Снежная королева. Подивись сама, какие тут красивые девки. Вот там оно эти еще есть. Альбом. Ну, даже еще здесь есть, надо найти. Альбом выбор. А вот это, Юля, делали первый день рождения, мне подарили вот такую книгу. Это в 14-м году. Это Оля Финько. Подивись, сколько тут девчат, красавицы все. Это вот. Любому скажи, моргни, Люба прийде. Така ти прям, люди прям одинокі дивляться, люба прийде, така ти самоувірена. Ну красиві, я не це хочу показати, це чого? Це не букрєм, кстати. Це красиво теж. Елена Устіненка була адміністратором. Ну да, тут може і по роботі хто є, я не знаю. Оце похоже на Пухову, на папарацци. Я зараз пошукаю. Ось це умерла. Лариса Мельник, Роза Ветров. Жалко, молода. Это не Кулета. Канал был свой, Роза Ветров. А, канал? Молода. Она умерла, да. Вот это у меня такой фото, вот такой нос. Вот это вот Пескун из Николаева, она живет там за границей, тоже канал. Марина Девина, Кочарюка. Я возила в Киев даже показывала. Все набридло. Ой, это Баги, вообще классно. Она голос потрясающий у нее, Лена Баги. С котами класс. Тетя и Виши, желтые воды. С днем рождения, Кременчук, ты молодец. Вещей, вот это с Америки, с Флориды. Со всего мира. Да. С днем рождения, господина Пухова. Это вот куколка Тбилиси. Вот это тоже умерла Лидия Романова. В Москве одинокая была женщина, она покупала там печенье в театре. Это Диана Гурова из Америки. Это ну, Татьяна Антипова, Владикавказ, Юрия Васильева. Интересно, так мне так это. Ой, как ты классно. Так вообще понравился. Вообще не люблю. Я люблю такие подарки, знаешь, когда вот не просто, знаешь, а вот. Вот ты откроешь и вспомнишь. Да, да. Это я фотографировался на фототеатре, и тут я в джинсах. По-моему, ты еще есть, кстати, в этом. Ну, не знаю, что не убрали. Не должны снять. Лишь они не чистят. Так, это все живут эти афишки, это Белоснежка. Это Карликнос, там даже мои рецепты тут я готовил. Так это раньше так делали, всем давали такие? Это покупать. Нет, это уже покупаешь. А сейчас таких же нет. А это мой рецепт магника с бананами, очень вкусный, кстати. Вот сразу. Это они меня спрашивают, это профитроли. Ну, это не мой рецепт, это как бы известный. А вот это вы бачили, девочки? Вот это бачила. Ну, как мой, кто-то дал, я готовил YouTube. Читательница видео. Вот подивиться, как девочка одна ему сделала вот это, да, твоя покойница? Сама, ну, ты сюда у такому красивому худенький стоял, я в Киеве. Сколько надо труда? А это еще за спектакль, смотри. Все, да. О, а я их шукаю по всех хатам. Подожди, там фотографии есть красивые. Это князь Игорь, это Мабу. Вот он, еще есть одна. Евгений Онегин, Трике. Вот тоже он, да. Или Печем, Миша Фан. Вот это мне нравится. Ты подиви, как он худей, разделиться, девчата. Это свадьба Фигара, Кирудина. Я что сохранила. Это Аттела. Я что без зайчик ничего не выбрал. Дивиться, как он тут худенький, стройный, красивый. Мне так нравится. Это кукла у тебя такая, да, есть? Да. И хотела думать, даже. Родлига. А, это смотрели, год, який це год, зайчик? Не скажи. Та я тільки прийшов, по-моєму. Ну, молодий. 4 роки назад, так? Лет 6. Ні, ти 6. Ти 12 років. 6,5 років. Да. От який був стройний, худенький. Де воно в чорта береться точно? Ой, прям татка толщина. Ну, все одно. Попригувати. Ось ти худенький. Ну, Поля ж каже, хочу, щоб саме він не хоче. Я пам'ятаю. У нас теж було. Вот это дивимось, да, дівчат, це теж. Тут є красиво все написано, можна сидіти читати, поки там готується. Ужас. Красиво все, я читала. Я кажу, які в людей голови, таланти, пишуть самі. От він грав, от це, мабуть, Сорочинська ярмарка. Це Сорочинська ярмарка. Да.
Кругом ты почти в главных ролях. Мені навіть мої то пишуть, плакали, коли знали, що себе ми на зустрічі з Льохою другий раз в Москві, це перший раз на зустрічі. Це Діана Гафарова, півіця і учиться в театрі Московської кандидатури Зіченка, вокалістка. Я сейчас... Мама, помолчи, ты вот своим этим ничего не даешь сказать. Ну, кажи, кажи, я сейчас что-то достану, вспомнила. И каждый стихи, да, фотографии? Да, да. Я помолчу, я сейчас что-то достану. Мона Лиза. Лёшку, напомню, я тебе сейчас что-то покажу. Так, это звонок, чёрт, с ним сидим. Так оригинально. Он на картах нам гадает, Порше стресс донат снимает. Порше стресс донат. А, ну тут карты. Ага. А, стихи. Это, по-моему, в Одессе. Да? А, это в Одессе, да, пивнушки там. Да. Ты с Лёшкой в театре застрелся. Я вот считала статью. Скажи, судьба нас разделила со мной. Конечно. Боже, какой большой рубин. Ага. Куча фотографий, театр. Так хай не по ней спеши, вони не розбираться. Це в Києві. Чого ти спеш? Я йому кажу, Юля, правильно я кажу? Ти будеш к тебе влієш. Постарієш, а потім будеш дивитися. Який ти був, що ти... На сьомках. От зараз я вам зачитаю. Одну віч, що храню, дуже самолки віддам. Та тут це? На городку вже не хочу, я хочу дичше. На Криму? Приеду в Запорожье. Это интервью. Крым, когда поехал. Это на Шри-Ланке. Это с обезьянкой. Тут тоже худейший там. Констрация, да. Это дело. Ларачева, Леся, Валентина Ивановна, Кирилина, Тарбух. Игорем что-то. Это в центре Китай. Это Сашка Христолеву закинул через снизу. Это Тимур порвал, снова он у нас на радио, один на рубрику первый. И Света жена Игоря. Ну вот такие вот. Да, альбом целая история. В Москве. Шикарный подарок. Красивый просто. Подарок вообще. Я говорю, ты на всю жизнь. Боже, красиво. Красиво. А вот сколько трудов это а стоит. А сейчас я вам, девочки, зачитаю. Вот. Болеем за Самвела. Газета называется «Новое место» 9 жовтня 2014 года, 2014 рік. Болеем за Самвела. Артист Днепропетровской оперы в неожиданном ракурсе. Абсолютной неожиданностью для коллектива оперного театра стало участие солиста-вокалиста Самвела Адамяна в популярном проекте телевизионного канала СТБ «Мастер-шеф». На сегодня он в числе 14 претендентов на вожделение звания мастера и награду. Помимо денежного приза, победитель получает право на профессиональную стажировку в Париже. Жалко, все кричали, ты лучший, зараза, взял этого Женьку выбрать. Вот. А это вот на это фотография, сцена из спектакля «Свадьба Фигаро», графиня Синякова, вот она, Синякова. Ой, такая девочка, и... она сейчас Синякова поет в Италии, уехала учиться в Италию, она с парнем сын уехала в Италию. Давно? Ну, где-то года два назад, не взяли в театр тоже у нас. О, у нас такой театр, никуда не возят ничего. Ну, это не взяли ее, и она уехала учиться своим Володиным Игорем. И она сейчас где-то там у Доминго в оперной студии. Ну, не пожалела. Ну, конечно, конечно. А Керубин, чи якось називається, Керубин, С. Адамян. Вот он, шапочки там. Ну, он пишет. Из досье Самвела Адамяна. Родился в Приазовске, Запорожской области. Одним из детских увлечений мальчишки было чтение кулинарных книг, которые покупала мама Самвела. Готовить он начал рано. В 15 лет привыкал к хлебу. Привыкал хлеб насущный добывать сам. Никакой работы не чурался. Свои 33 года, где и кем только не работал, поваром в тракторной бригаде, штукатуром и маляром в строительном, продавцом на рынке, дворником в ЖЭКе. При этом Самвел отменно носит фрак в оперете «Летучая мышь» Фальк. Катается на роликах музыкальной сказки «Снежная королева» Кай. Танцует на балу в «Золушке» Принц. Он уморительно смешон в ролях
Трике в Евгении Онегине и Керубино «Свадьба Фигаро». Мнением о Самуэле певце интересует диспетчерском управлении театра. У заведующей труппой, вот это что сумочку прислали, Валентине Ивановне Коробко. Нам без Самуэла плохо. В репертуар... Другая, да? В репертуаре театра есть спектакли, где он просто незаменим. Вот сейчас в срочном порядке вынуждены вводить исполнителя на роль Керубино. Традиционную эту партию поет меццо-сопрано. Но Самвел... Это Коробко, что ты говоришь, это не та. Друга, ну ладно. Она училась в Московской консерватории, она певица, а потом она стала работать в режуправлении. Видишь, отсюда ушли люди она работала... здесь... Да нет, она до того училась в Москве у жены Лемешева. Известный певец был. Понятно. Роли в высшей степени сумечен, сценически выразительный и обаятельный. Хорош он и в вокальном отношении. У него голос полного диапазона, отчетливая дикция, хорошая музыкальная память и завидная работоспособность. 13 октября у Самвела заключительная рабочая съемка, после которой надеемся увидеть его в театре. Те, кто следит за Самвелом на телеэкране в кулинарном шоу «Талантов», отмечают такие его достоинства, как элегантность, находчивость, доброжелательность и конкурентам. Симпатизируют ему многие. Элегантность? Сама, это тоже не про тебя. Заметно, что... Заметно, что и члены жюри к Адамяну неравнодушны. Как никто другой знает Самвела, бывший одноклассник по Харьковскому университету искусства, солист Днепропетровской оперы Алексей Стрижак. Мы дружим с 2006 года. После окончания университета судьба развела нас на несколько лет. Самвел уехал в Москву, учился в ВИТИСе на отделении музыкальной комедии. Там и цель. Бред собачий. Это ж как будто бы со слов его. Ну, ну конечно. Это не со слов, так это ж... Это ж, ну, написала... Разве я уезжал в Москву после учения? Це було до того. Це ну, да, да, да. Це Наталя. Це ну, ти ж понимаешь, эта статья должна быть что-то придуманное. Да нет, ну это просто она неправильно поняла. Так это писала Наталья и Ваша. Не брали у Лёши, наверное. Да нет, ну спрашивал, вот так спрашиваем в коридоре на бумажке. Ну она ошиблась, она ошиблась, да. А писал не... Ну Москву? Не Олеша, не... Найди пару лет. Я сразу пошел, Лёша поступил в театр в сентябре, когда в оперный, а я в январе. И работал в Днепропетровске. Ну, а тут, что, на а тут написано, сколько лет уехал в Москву. Ну ладно, ладно, да я дочитаю. В Москву я до того ездил. Ну это чуть-чуть так... местами переставили. Вот это, так пишут, это писала я. Наталья Иващенко. Это Леша там говорил, так, не так, ну, мужа она перекрутила. Так, ну дальше. На отделении музыкальной комедии, где подружился с Людмилой Зыкиной, будучи непоседой по характеру...